Всем привет, друзья, с вами Эрнесто, и я продолжаю играть на Аризоне РП Saint Rose. Давно я не делал ролики подобного формата, и сегодня мы устроим с вами гоночки на велосипедах ставкой в 100 миллионов. Но на велосипедах я еще точно не гонялся, и на такую сумму тем более. Я это делаю, если честно, впервые, и для меня как-то это дико. Поэтому, братики, обязательно поддержите своим лайком. Также подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, и устанавливайте колокольчик, чтобы не пропускать мои дальнейшие ролики. Желаю всем приятного просмотра. И погнали. CSGO Fast – это один из старейших сайтов в индустрии. Огромное количество режимов, ставки на киберспорт, прямой вывод средств и подарки постоянным пользователям. Заходите и проверьте свою удачу. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Все, мы встретились с Кристофером. Он мне предложил гоночку на 100 миллионов на велосипедах. Просто горники Twin Turbo. Вот я сейчас даже покажу вам, что он Twin Turbo у меня. Вот. У него тоже, по идее, Twin Turbo. У тебя ТТ. Все четко. Так, ну что, предлагаем ему гоночку. Давайте. Оп, mountain bike. Погнали до ЖДЛВ. Поставим минимальную ставочку, потому что все равно мы играем через банк, так сказать. Все, через 10 секунд начинается у нас гоночка. И это просто жестко, пацаны. Я реально очкую 100 миллионов. Как бы это очень большие деньги. И я на такую сумму ни разу не играл. Я играл... А, он уже поехал. Я играл максимум на 50 кака и то на Инфернусе. А это на велосипедах. Блин, это просто капец. Я надеюсь, у меня Twin Turbo включен, потому что я не проверял стиль. Блять, но он впереди, короче, пацаны. Так, как он поехал? Ладно, пусть едет своей дорогой, мы поедем своей. Парни, кстати, пока я еду тут педалю на велосипеде, напоминаю вам, что если вы хотите получить халявные 900 тысяч, то вводите мой ник при регистрации. И также на 5 уровне активируйте мой промокод хэштег Эрнестошоу, который даст вам 600к. И за ник вы получите 300. В итоге у вас будет 900. В общем, вся подробная информация есть, как обычно, в описании, заглядывайте туда. Ну а мы газуем. У нас 3 заезда, и мне нужно минимум 2 заезда из 3 победить, чтобы забрать свой приз. И почему-то у меня еще подлагивает, блин, как назло. Ну короче, я вообще поехал неправильно. Итак, не сбивай меня, не сбивай, друг. Блин, капец, как он поехал, я не понимаю. Он поехал через какой-то другой путь, вообще непонятный. А я поехал по стандартной дороге. Блять, ну тут походу я сам тупанул, меня еще и сбили. Мне кажется, он уже почти где-то у цели. Хотя, слушайте, не надо зря расстраиваться, потому что я, возможно, сейчас еще могу и выиграть. Я просто эту кнопку W жму как не в себя. Все, он победил, пацаны. Вы проиграли в гонке. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Первый заезд я, короче, слил. Ну ничего, у меня есть еще 2 попыточки. Но точнее будет 1 попытка, если я сейчас еще раз проиграю. Вот он же стоит на метке, блин. Так, давайте проверим, стоит ли у меня стиль. Да, у меня стоял стиль спорт. Давайте выберем тогда ЖДСФ. Вот. Поехали на ЖДСФ, в принципе. Или лучше на ферму. Не, погнали на ферму, пацаны, да. 1000, минимальную ставку ставим. Просто сейчас вот если я проиграю, то можно уже больше ни на что не рассчитывать. Придется давать ему 100 миллионов. Так, 8, 7. Блин, пацаны, вот сейчас реально очко поджимает. Я на великах ни разу не гонялся. Это что-то вообще дичайшее. Так, блядь. Нет, это просто пиздец, пацаны. Сука, еще один таксист просто мне в дорогу... Блять, я просто в шоке. Сегодня удача явно не на моей стороне. Это просто ГГ, это просто минус 100 миллионов. Я же надеюсь, у него не стоит антипадение. Почему я уже 2 раза просто вот об какого-то таксиста и об какой-то забор сраный-то ударился и упал с велосипеда 2 раза? Ну это вообще просто бред. Горник Twin Turbo, ну что же ты меня так подводишь? Вы проиграли в гонке игроку Кристофер Хартман. Мне больше нечего сказать. Вот он стоит, победитель. Ёбаный в рот. Так, стоп. Блять, да что ж такое? Вы смотрите просто, что происходит. И вот так всю дорогу. Отлично, просто замечательно. Телепорт пешком. Кикнут Эрнесто Манчини. Ой, просто я обожаю этот день, пацаны. Просто лучший. Так, друзья, я еле зашел на сервер опять и пытаюсь загрузить снова свой велосипед. Все, он загружен, в принципе, вот он у меня появился. Меня кик. Давай еще один доп заезд, а то пиздец. Окей, говорит, ну все, погнали, сейчас еще один заезд устраиваем, уже решающий, пацаны. Если он сейчас выигрывает, то, в принципе, все, мне придется ему отдавать бабки. Выберу мэрию, пофиг. Все, 10 секунд, пацаны, надо готовиться, потому что сейчас моя судьба в моих же руках. Я не хочу терять 100 миллионов, так, поэтому надо сейчас просто быстрее, го-го-го, все, я первый стартану. Отлично, погнали, главное никуда не врезаться в забор и так далее, как это было раньше. Он опять какие-то
там читерские способы, походу, нашел. Так, пожалуйста. Ебать! Перепрыгнул. Так. Блядь, нет, ну зачем ты такое делаешь, а? Ну зачем ты такой корявый? Короче, пацаны, тут просто уйма эмоций, вы сами понимаете. Сука, не висни. Блядь, ну зачем? Ну почему? Ну за что, ебаная хуй? Все, он приехал. Я даже найти свой велосипед не могу. Кью-кью, пацаны. Ну все, в принципе, чё? Ролик, да, привет вам передаю, пацаны. Но вы бы знали, что тут идет за ролик, вы бы охуели. Я понял для себя одно, что больше на велосипедах я гоняться ни за что не буду, и тем более на такие бабки. Вот на Инфернусе, там на Читахе, возможно, но на велосипеде это просто бред. Но, в общем, пацаны, что уже говорить, проигрывать тоже надо уметь. Поэтому сейчас я ему перевожу эти 100 миллионов. А, хотя я мог, по-моему, это через телефон даже сделать, да? Ну-ка, использовать, перевести деньги с основного счета. 674. 100, раз, два, три, раз, два, три. Просто, пацаны, 100 миллионов улетает. Поддержите, пожалуйста, лайком. Это просто боль. Все, вы перевели 100 миллионов игроку Кристофер Хартман. Вот знаете, после этой гонки мне почему-то захотелось продать этот злосчастный велосипед. Ну что ж, друзья, на этом я уже буду с вами прощаться. Если вам понравился этот ролик, то обязательно поддержите его своим лайком. Также оформите подписку на мой канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие новые ролики и стримы на канале. С вами был Эрнесто, всех крепко обнял, всех люблю, до скорых встреч, пока-пока.